С 18 марта в республике введен режим повышенной готовности. Соответствующее решение принял временно исполняющий обязанности главы Чувашии Олег Николаев. Это связано с угрозой распространения коронавирусной инфекции. На территории республики запрещено проведение спортивных, зрелищных, публичных и других массовых мероприятий. Уже отменены хоккейные и баскетбольные матчи. На этой неделе должны были состояться ледовая встреча хоккейного клуба «Чебоксары» с «Динамо Алтай». Однако высшая хоккейная лига приостановила все матчи плей-офф Кубка Федерации. Также до 10 апреля на паузе регулярное первенство Суперлиги 2 среди мужских баскетбольных клубов. 18 и 19 марта два матча проходят без зрителей. Для болельщиков организуют прямые трансляции на официальных сайтах Российской Федерации баскетбола и баскетбольного клуба «Чебоксарские ястребы».